А это кисть авангардиста. Я дарю ее тебе с тем, чтобы ты продолжила свои искания в искусстве. С открытием персональной выставки Людмилу Гец пришли поздравить друзья, коллеги и единомышленники. Белгородская художница и сегодня продолжает экспериментировать с техникой работы и их форматом. Маркеры, гуашь, масло или акварель. Свое хорошее настроение Людмила Гец старается передать на жизнерадостных полотнах как можно точнее. Счастливые моменты в полном смысле. И мне хотелось показать, что вот она радостная, не знаю, мне она какая-то. Мы даже убрали так монументальные работы и оставили вот они воздушность, свет, солнце вот в этих картинах, мне кажется. Графические коллажи на музыкальную тему или натюрморты, созданные в манере лучших импрессионистов и авангардистов. Пейзажные работы с любовью к родному региону. Все это счастливые моменты из жизни Людмилы Гец. И разделить их вместе с художницей вы сможете в Белгородском художественном музее до 2 сентября. Дарья Гатинцева, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.